прямо проходит. Хотел показать, как он такой цыренята сидит. Сказал, он как он сейчас идет. Срезай. Yeah!
Там королевичный выход обвиняет грозного царя. Там в облаках перед народом через леса, через море колдун несет богатыря. В темнице там царь бежит, а бурый волк и верный служит. Там стук с бабой войдет, придет сама собой, там царь кащинок злодом чахнет. Там царь кащинок златом чахнет. Там русский дух, там русский пахнет.
пятом царстве, в десятом государстве жил-был славный царь Татон. С молоду был грозен он, и соседям то и дело наносил обиды смело. Но под старость захотел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя. Чтоб концы своих владений охранять от нападений, должен был он содержать многочисленную рать. Воеводы не дремали, но никак не успевали. Ждут, бывало, с юга, глядь, ан с востока лезет рать. Справят здесь лихие гости, идут от моря. Со злости Инда плакал царь Дадон, Инда забывал и сон.